Всем привет, дорогие зрители, это уже 13-й выпуск прохождения GTA 3. И в прошлой серии остановился на том, что я появился, то есть мы взяли миссию у Кенджи какую-то там, что-то я пропустил объяснение, сейчас я прочитал, что надо было делать. Что он, блядь, сделал? Кто это такой вообще? Так. Нет, нам надо обратно вернуться на ту херню, с которой я приехала. Где это? А, нет, стоп, так, где мы? Мы находимся... А, вот, вон, все, я увидел, где это здание Кенджи. И вот на вот этой дороге, получается... Сейчас. Вот. Так, надо встать. Вот так. И справа от нас дорога. Вот она. И на ней встречается машина Якудзы. Часто. Или не Якудзы, или Ярди. Как там, я забыл. У них название какое-то есть. Свое. Короче, мы так будем просто ехать, искать. Не знаю, на паузу буду ставить или нет. Ну, вырежу, если будет нудно, неинтересно. Так... Ямайской банды нам надо украсть автомобиль. Я даже не знаю, как он выглядит. А что за ямайская банда? А, Ярди Лобо надо взять. Ярди Лобо. Ярди Лобо. Секунду. Я его видел очень много раз. Его легко найти. Это такая фиолетовая машина с белым верхом. Это она часто реально тут встречается. Только никогда мне не надо, вот я ее нашел. Все. Иди выбери себе напарника. Ой, блядь, иди нахуй, сука, кондон. Все. Вот на этой машине уже начинается сама миссия. Я просто не понял, что надо сделать. Непривычно без меток. Просто миссию начинать вообще никаких. Ну, прикольно. Прикольно. Какое-то разнообразие хотя бы есть. Небольшое. Такое, блядь, главное не разъебать раньше времени. Чикс, так вот, чел. Берем его. Бля, ты еще медленнее можешь идти, сука, даун. Все, встреча будет в людном месте, в больнице Рокфорд, да. Это где? Рокфорд, больница, это где? А, вон она, все, недалеко. Угу. Сейчас тогда аккуратненько заедем. Вот здесь, оп. Тормозим. А как прогудить? А, все. Она просто на гидравлике. Где моя МК? Так. Все, портфель взят. Это хуйня, не машина, блядь. Мне уже она не нужна. Надо вот что-то из того разряда взять. Там тоже какой-то понос один. Это, наверное, возьму. Ладно, тут самое нормальное. На гидравлике, кстати. Я не знал, что на... Вообще гидравлические машины есть в GTA 3. Так, ну
По классике жанра за нами кто-то сейчас будет гнаться, как всегда, да? Нет? Нет, серьезно? Я думал, будут. Сейчас нам надо Кенжи, да? Доехать. Я уже, кстати, посмотрел, что... Ну, я просто посмотрел, как эта миссия выполняется и случайно. Точнее, если заспойлерил, то что мы убьем этого Кенджи. И там осталось 2-3 миссии у него, и все, и мы пройдем его. Так что можно добивание сделать его миссии уже. Может, в этой серии, может, в следующей, не знаю. Как получится. Куда нам надо? Вопрос. Наверх. К нему, так сказать, в хоромы. Кстати, тут, по-моему, какая-то пасхалка есть в этом здании. А, вот, вертолет. Это есть, по-моему, пасхалка. И здешняя. И мешочек тут хранится. Спрятанная вещь. Куда нам надо, блядь? Что за наебательство? Ло, зачем я сюда поднялся? Что за понос? Тут еще, видимо, не изобрели метки, которые, типа, показывают треугольником вверх-вниз. Это только в GTA San, наверное, появится. Так что и в Vice City будем мучиться с этой херней, где вверх-вниз надо. А может, и в Vice City это уже ввели, я не знаю. А вот куда нам надо было... Ура, все, 25 тысяч долларов у нас в кармане. Тут есть следующая миссия у Кенджи, но она будет сложная вроде бы, как я читал. Так что лучше поедем, сохранимся и добьем его миссии, пока они не исчезнут. Ай, вот эту лобоярди возьмем опять. Похер. А нет, это жеребец. А тогда какую машину брал? Тоже жеребец? Или она называлась машина Ярди. Ну ладно. Похер. Бум. Блять. Понос. Бам-бам-бам, мы стреляем по... Никому. Так, вот эту машину возьмем. Для прикола. Ай, Баунти Хантер. Все, сейчас сохранимся и поедем опять на миссию Кенджи. Леопард. Нехорошие у меня ассоциации с леопард. Названием. Не хочу говорить, какие. Так, Дональд Лав. Не, мы к Кенджи едем. Кенджи лучше, чем Дональд Хуйс. Блять, что я уже спать хочу, пиздец. Нахуй я это сказал? Ну ладно.
Шима. Да, я читал про эту миссию. Блять, вы это слышали? Мне что-то оторвалось от окна, по-моему. Ладно, посрать. Так, в этой миссии нам надо зачищать эти точки. Забыл, как называются. Ну, короче, где продают понос всякие там. Ну, вы поняли, наверное, меня. Как всегда. И вот нам надо ее разъебашить, сколько с него бабок выпало. Что это за миллиардер был? Хоть у меня 500 тысяч рублей на руках, я все равно не откажу в собирании бабла с этого чела. Портфель получен, так. А. Нам не надо ничего разъебывать, нам надо просто ездить по меткам. И собирать портфель. Ли. Более целую машину тогда возьмем сейчас. Это скоро вернется уже. Всем поебать, что твоя машина термоя. Срезаем вот здесь. Так, еще один портфель. Плюс молча, блядь, ему руку отъебашил. Ой, сори. Сори, я не хотел. А что за розовая метка? Ближе голубая, по-моему. Так, как-нибудь тут проедем. Не знаю. Да, вот сюда. Сиганем. Оп. Переворот. На колеса. Все, четенько. Четенько. Анкле БЖ. Дань за защиту, да без проблем. Нет, 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 вот моя машина, вот она, вот она. Мне не нужна твое дерьмо. Ладно, вот, вот это более целое. Ее возьмем. Банши. Сейчас будем наказывать этих китайских пидорасов, за то, что они наш этот... Хотя мы... Нет, стоп. Мы китайские пида... и так далее. А они... Кто они? Мы вообще против кого воюем сейчас, в данный момент? Даже не знаю. Так, нет, нам не сюда, нам вот туда. А, нам через мост надо перебираться на другой берег? Тогда нам сюда, да. На сюда. Оп, оп. Оп. Так, стоп. У меня короткое замыкание, блядь. Где мост? Ой, блядь, как всегда. Подождите, мост, он слева. А, хули он там делает? Он там, где-то нет. Вот там. Да, вот, мост, всё. Пец, конечно, неудобно без карты ездить на эскей. Хотя, может, я моды накачу на нее. Хотя это читерство. Да, наверное, это читерство. Я проходил без карты в первый раз. Бомбил, но проходил. Сократим. Так. Так.
Патриот. А, Ярди, Ярди, вот я вспомнил, как они называются. Пец МК читерская херня, надо будет еще заехать купить этого дерьма. Еще. Так, давайте вот эту угоним. Пошел нахер. Ну, она такая тоже быстрая, более-менее. Я забыл опять, где мост находится, как всегда. Мост, мост, мост. Мост на... А, ну, все вспомнил. Сейчас вот так. Блять. Ой, все, выходи, Клод. Похер, вот это возьмем. Лунный луч. Крутое название. Типа Moonbeam. Такой мини чампс херс. Что я несу? Шахмата, оп. Ну и дерьмо медленное, надо срочно ее заменить. Где тут тачки крутые? Видимо, их нету. Ладно, похер, тогда просто доедем до этого казино сраного и все. Сори, чувак, ты попался на моем пути. Че там, даун было написано на светофоре? Туда его, все. Тридцать девять патронов. Надо будет к Филу заехать, еще какие-то косарик купить от нее. Это натуральный пулемет. Вот это М-ка. Кенджис. Так, следующая миссия у этого хуя будет... сейчас посмотрим. Это мы что, прошли сейчас Шиму? Дальше Смэкдаун будет, это что? Сложная? Нет, миссия, секунду, сейчас посмотрим. Вроде такая, типа, сложненькая. Ну ладно, давайте похер возьмем. Хотя у меня 39, бля, мне что-то патронов мало. Пипец, ладно, на свой страх и риск. Похер, пойдем. Но если что, все равно у меня мало патронов. Броня уже скоро спадет. Там все заново купим тогда. И все. Убить. В оригинале это Смэкдаун. Называется миссия. Чё все на меня орут, блять, я не понимаю. Я же все нормально делаю. Ай, так, вот машина нормальная.
А, тут из машин даже выходить не надо, там просто их сбивать и с УЗИ. Так что все нормально будет вроде бы. Бам. Бам. Надо будет, кстати, начать озвучивать кэс-сцены, а то русского языка в них нет. Я имею в виду в озвучке русского языка нету. Тексты, конечно, на русском есть переведенный. А вот его никто не читает. Лучше где-то три заедем. Так, вот один. Ну нахуй. Да, блядь, ну я ж, сука, доброту делаю. Нахуй вы меня перевернули, блядь. Уебки пиздокрылые. Стоять. Правильно, правильно делает. А, вот, все. Вот моя, 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 моя. Да все, 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 сейчас. Но нахуй! Так, 8 надо, я прочитал 8 дилеров заебашить. Сейчас даже больше сделаем. Тут 5-6 уже, как минимум. Пока. Пока. Аккуратно надо было сейчас тут, то я бы улетел. И пиздец. Давайте налево просто съездим, там сразу их 50 штук где-то. Ярди покинул улицу. Нет, 2 как минимум мне надо еще. Вон слева один. Там еще один возле моего дома. На, нахуй. Сука, один остался тут в моей стороне. Ну вот он вроде бы недалеко, да ёб твою мать. Ну, сука, хули ты покинул улицу раньше времени. Давай, давай, вот этот, вот этот, вот этот. Останься. На, нахуй. Все, 8 сделал. И чё? Везде. Как там в миссии говорилось? Миссию можно завершать, написано, когда уже 8 наркоторговцев ёбнул. Но, видимо, сейчас они все исчезнут, и все, можно заканчивать. Ну, я не знаю. Заявляют, убил 8 ярдей, 10 тысяч. Ну, ладно. Похуй, там последняя миссия осталась, которая выполняется через Дональда Лава, по-моему. Которая убивает Кенджи. Я, точнее, убиваю Кенджи. Так, у нас получается, остался звоночек зелененький. Не знаю, буду его выполнять или нет, напишите в комментарии. Рея миссии мы, по-моему, не выполнили, а по-моему, выполнили. Я не знаю, наверное, нет, потому что по окончанию нам должен в пейджере такое уведомление прийти, то что нам этот патриот бронированный дадут и гараж, вот, в котором там всякая херня будет. Вот. Потом миссии Асуки не закончены, это 100%. Там дохера еще. Ну, я не знаю, когда там откроется новый остров, надеюсь, скоро. Но остался только Donut Love, который у нас прямо на карте помечен. Там вроде сложные миссии, но это мы уже будем проходить в следующих сериях. И у Кенджи одна осталась, как я понимаю. Где его надо ебнуть? Это через тоже Donut Love надо сделать. Вот. И на этом мы уже будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, переходите по подсказкам, жмите колокольчик. А с вами был Чикапаев. Всем удачи и до новых встреч.